Уэлч, американский бизнесмен, сказал: «Просто удивительно, как хорошо могут работать люди, когда им не мешает начальство». Ну, это действительно, смотря какое начальство. Если начальство не понимает, что и как, то тем самым оно только сбивает рабочий процесс. Важно подобрать хороших рабочих, которые знают свою работу, и избавиться от начальников бестолковых. Основатель круглосуточного новостного канала CNN Тед Тернер высказал, знаете, такую... Я бы не сказал, что это революционная мысль, но это мысль действительно великих людей. В смысле, тех людей, которые оставили в истории какой-то огромный такой вклад. Пусть он не всегда хороший, но тем не менее он оставлен. Вот что он говорил. «Я повторял себе с раннего детства: хочу быть властелином мира. Емкая и точная формулировка помогла мне жить по-крупному. А это очень важно. Можно по мелочи, копеечку шиб, и радуйся. А вот именно жить по-крупному. Не размениваться на мелочи. Я не приемлю слабость, проигрыш, неудачу». Понимаете? Все, вы мысли форму послали в пространство, которое все это негатив от вас уже удалило. Моим кумиром всегда был Наполеон. Ну, я уже все прокомментировал. На кого надо равняться? По-крупному, понимаете? Жизнь вообще это такой единственный шанс, что размениваться на какие-то мелочи, если ты понимаешь значимость жизни, не имеет смысла. Только по-крупному, действительно, сыграть. Сыграть это не значит, что что-то там такое, там выдумать этакое, какой-то лохотрон. А вот именно проецировать себя как мощнейшую личность, которая может, делает, и естественно тогда притягивается и все остальное. Замечательное.